Сегодня я расскажу вам, как освоить разговорную речь. Большинство из вас хочет учиться онлайн или очно на курсах разговорного английского. Почему-то вы хотите не понимать, не читать и даже не писать, а именно говорить. Разговор – это из всех навыков самый сложный. Вы продуцируете речь, вы соединяете все свои знания, лексики, то есть слов, грамматики, то есть правил и соединения, выбираете нужный контекст, вам все это нужно соединить, сварить вместе и выдать, и чтобы это было еще грамотно. Количество вариантов зашкаливает, исключений огромное количество, а практики, которые нам необходимы для формирования именно этого и любого другого навыка, потому что если ты не делаешь, ты этого не будешь делать. Ее-то как раз, этой практики, мало. Скажите честно, сколько фраз за урок английского вы делаете? Пускай даже не онлайн урок, где, скорее всего, фраз-то будет ноль. Вы выбираете из вариантов, вы раскрываете скобки, возможно, вы даже пишете или играете в какую-то интерактивную игру. Возьмем серьезный урок с носителем языка или русскоязычным преподавателем, где вы заплатили хорошие деньги и вместе с ним осваиваете английский. Ну сколько будет фраз? 10, 15, 30, кто-то иногда говорит 50. Я говорю, держитесь за этого преподавателя. 50 это очень и очень много. Представьте себе аналогию, что вы пришли в спортивный зал на двухчасовую тренировку к самому лучшему тренеру, а он вам показывает, как устроена его мышца, показывает фотографии других носителей бицепса, у которых бицепс еще больше, живут они где-то далеко и всю жизнь употребляют этот бицепс как родной, потому что носители бицепса. Вам-то какая разница? Вам нужно самим сокращать свой бицепс, чтобы он рос. Вам нужно говорить и еще раз говорить, строить фразы, желательно это делать правильно, а не как большинство людей это делают во время обучения, и говорить много, много и еще раз много. Но если вы делаете 10, 20 или даже 50 движений в спортивном зале, или 10, 20, 50 фраз за урок английского, вы никогда нормально, грамотно не научитесь говорить, сколько бы лет ни прошло. Я предлагаю вам тренажер, который позволяет совершать 1500-2000 действий, направленных на полное формирование фразы. То есть в 30-40 раз больше, чем вы делаете за урок. При этом делайте это по всем правилам постановки навыков изолированно. То есть работая с одной темой, с одним набором слов, доводя все это до уровня автоматизма, чтобы потом это не забывать, и не делая ни одной ошибки, потому что у вас есть правильный вариант, с которым вы можете сравнить. Таким образом, десятки конструкций вы повторяете сотни раз, и это занимает всего лишь пару часов, и вы доводите все слова и всю грамматику до автоматического употребления в речи. На нашем вебинаре за 5 минут вы доведете сложнейшую конструкцию до уровня автоматизма, используя все слова, которые мы изучим на этом вебинаре. Для этого прямо сейчас регистрируйтесь на наше бесплатное онлайн-занятие, на котором вы испробуете все наши технологии изучения английского и самое главное, познакомитесь, попробуйте и практически используйте инструмент паттерны. Хватит учить по сериалам, хватит выполнять грамматические задания, они не приводят вас к разговору. Они помогают, но не приводят. Ключевой навык – это говорить. Используйте специальный тренажер, который в десятки раз быстрее позволит вам пройти тот же объем знаний, только без ошибок, легко, просто и эффективно. До встречи!